Турнир памяти Владимира Николаевича Корвата в Ленинском районе города Бреста проходит 18-й раз. Турнир проводится не только в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и приобщения молодых людей к занятиям физической культурой и спортом, но еще и для сохранения памяти о подвиге героя Республики Беларусь. Учащиеся старших классов боролись за звание лучших с особым упорством, ведь получить награду в спортивном состязании, посвященном памяти героя, не просто почетно, а священно. Каждая из команд готовилась долго и была настроена на победу. Тренируем детей с 5 класса в волейбол. И выбираем те, которые понимают, получше стараются, вот, насчет волейбола именно. Вот мы их отбираем в старшие классы и за сборную школы. Финальные состязания среди учащихся Брестского областного лицея и гимназии номер 3 развернулись не на шутку. Ребята стремились показать лучший результат, но, как известно, победа достается сильнейшим. В этом году, как и в предыдущие два года, победу одержал Брестский областной лицей имени Петра Мироновича Машерова. Игра сама по себе очень сложная. Сначала в первой группе, когда мы играли, это было не особо сказать, что тяжело, но потом уже чувствовался наш уровень, на котором мы играли, и правда... Ну, очень такая интрига держалась до конца. Отрадно, что учащаяся молодежь ведет здоровый образ жизни и знает героев своей страны. Помнит подвиг нашего земляка Владимира Николаевича Корвата.